Лесу да, свалкам нет. Акцию под таким названием запустил Общероссийский народный фронт в рамках проекта «Генеральная уборка». В четверг в порядок приводили березовую рощу в Сухово-Дерябихском микрорайоне. Убирали последствия майских пирушек, сажали деревья. На сегодняшний день произведена уборка этих стихийных свалок, вывезен мусор. И на этом месте мы считаем, что будет лес расти, который вот на сегодняшний момент мы сажаем. Судьба у этой рощи непростая. В 2014-м местные жители забили тревогу. Березы вырубают. Подключилась прокуратура, Народный фронт, Комитет по лесному хозяйству. Выяснилось, что Ивановский район выделил участок в собственность некому гражданину незаконно, поскольку это земли лесного фонда и принадлежат Российской Федерации. Рощу отстояли буквально всем миром. В связи с этим было направлено исковое заявление в суд Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры. Требования прокурора были удовлетворены. Решение, правда, обжаловалось, но оно устояло, вступило в законную силу в декабре 2016 года, если мне память не изменяет. Вот. И сейчас исполнение судебного решения нами контролируется. Соседей у берез теперь прибавится. Саженцы предоставил Комитет по лесному хозяйству. 500 сеянцев, сосны, 300 елей, 100 деревьев лиственных пород, липы, клены. Сажаем крупномерами, так как вокруг дома, рекреационная нагрузка на лес значительная, поэтому саженцами маленькими сажать нельзя, ну то есть их может просто вытопчут. Сажаем крупномерами, липа, клен. Я думаю, что почва сейчас очень благоприятна, все у нас приживется. Мы еще будем приезжать смотреть за этими деревцами при необходимости. Также еще подсадим, чтобы было здесь поплотнее. То есть формируем опушку. А вообще в год экологии планы по лесовосстановлению профильного комитета наполеоновские. Например, обычно работы охватывают 4000 гектаров в год. В этом году будет 5000. С таким объемом намерены справиться до начала осени. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.